Здравствуйте, это программа «Формула качества» и я Алина Шувалова. Французы утверждают, что арбуз – это еда ангелов. И не зря. Эта ягода привлекательна не только вкусом. Она богата фруктозой, фолиевой кислотой, калием, магнием и витамином С. Отлично утоляет жажду и заряжает хорошим настроением. В общем, прекрасное летнее лакомство. Как правильно выбрать арбуз, чтобы запастись витаминами на целый год, сейчас узнаем. Жара, город, пыль. Так хочется чего-то свежего и холодного. Арбуз. Вот что мне нужно. Он, кстати, является ценным диетическим продуктом и отличным антидепрессантом. Пойду попробую выбрать самые лучшие и сочные из них. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда у вас арбузы? Есть у нас два сорта. Астраханский и Краснодарский. Хорошо, тогда выберите мне, пожалуйста, самые лучшие и спелые из них. Хорошо. Посмотрим, насколько он окажется спелым. В России самыми вкусными считаются астраханские арбузы. Но мне удалось выяснить, что даже в Московской области можно найти такие же вкусные арбузы, которые могли бы конкурировать с привозными. Принято считать, что арбузы не растут в средней полосе России или растут плохо, не вызревают из-за большого количества дождей. Я сейчас нахожусь в 100 километрах от Москвы, и вот он, настоящий подмосковный арбуз. Давайте посмотрим, что у него внутри и чем он отличается от своего южного собрата. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну как получилось так, что в Московской области стали выращивать арбузы? Ну вот видите, растут и даже прекрасно растут. Вот этот арбуз, он со временем вырастет в большой. Видите, он прекрасно лежит, прекрасно созревает. Причем это только одна из разновидностей арбуза. Есть арбузы немножко вот другой расцветки. Посмотрите, допустим, вот это... Это что, арбуз? Да, это Я арбуз. Я думала, это дыня. Вот он интересного такого желтого цвета и больше похож на дыню. Тут такая же самая красная мякоть. Красная, с черными косточками. Совершенно верно, как в общепринятом арбузе. Причем здесь есть арбузы такие, у которых мякоть, допустим, желтого цвета. Есть арбузы совершенно бессемянные, совершенно верно. Есть белые. Я вижу, что все арбузы, практически все, укрыты какой-то специальной тканью. А для чего это делается? Да, вот растил специально предназначен для того, чтобы на арбузы не нападали вороны всевозможные. Сергей Владимирович, ну если честно, я пока к вам шла, увидела там большой такой спелый, мне кажется, арбуз. Пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим. Ну вот эти самые арбузы, которые я приглядела. Скажите, они все уже спелые? Ну, вот видите, здесь находится 5 арбузов. Как нам определить, который из них больше поспелый? Хотите, я угадаю? Ну, давайте. Мне кажется, вот это. Почему? Потому что самый большой. Ага, ну, знаете, это не самый основной фактор. Может быть, и тот, который поменьше созрел. Но дело в том, что у большого вы здесь в данный момент правы, потому что у него видно, у него более четкий рисунок. Поэтому это говорит о том, что это уже как бы зрелый, хороший арбуз, и его вполне может срезать. Потом, посмотрите, звук у него звонкий. Я тоже. Значит, он наверняка созрел. И вот видите, у него хвостик уже так слегка как бы подсохший. Значит, его вполне можно уже срезать. Вот давайте мы его сейчас сорвем. При выборе арбуза в первую очередь обратите внимание на его окраску. Она должна быть контрастной. Темные и светлые полосы четко обозначены. Также имеет значение вид хвостика. Если он зеленый, как трава, то, скорее всего, плод сняли еще недоспевшим. Арбуз – двуполая ягода. У мужской особи низ ягоды выпуклый, а кружочек на ней маленький. У девочек низ более плоский, а кружок широкий. О чем, кстати, говорит пятнышко светлое на арбузе? Вот пятнышко говорит о том, что, в принципе, этот арбуз должен быть зрелый, потому что пятно тоже четкое. В то же время оно не такое большое, не на пол арбуза. Если на пол арбуза, значит, может быть, арбуз недостаточно солнца получал. Пойдемте скорее попробуем. Пойдем. Зернышки уже черные, созревшие. Сергей Владимирович, но он розовый вообще-то. Но судя по хрусту, конечно, по-моему, он созрел, да? Что некоторые сорта имеют розовую мякоть, некоторые, я говорил, имеют желтую мякоть. Есть сорта с белой мякотью. То есть цвет арбуза, он не говорит о том, созрел он или нет. Совершенно нет. А размер? Вот всегда ли большой арбуз, он спелый? Не всегда. Бывают арбузы очень маленькие, даже полкилограмма, и он может быть спелым. А какими должны быть зернышки и прожилки?
Ну, я слышала, что если белые прожилки, значит, арбуз не дозрел, в него что-то вкачали, и он... Чаще всего это бывает, да, но бывают отдельные сорта, у которых генетически больше прожилок. Но вот у этого видно, что больших прожилок нет, это как бы нормальный арбуз, вполне. Очень насыщенный, такой. Видите, у него очень зернистая мякоть. Прям хорошая зернистая вымки мякоть, такие. Да, это говорит о хорошей спелости и высокой сахарности арбуза. Вот кушайте, вы уж меня извините, я уже не могу сдержаться. Ну как? Да, знам. Очень вкусно. Ну, дайте это в Подмосковье, пожалуйста. Любой человек может вырастить на своем огороде подобные арбузы и получать при этом огромное удовольствие. В общем, если вы захотите вдруг устроить вечеринку и угостить своих друзей, можете приехать к Сергею Владимировичу, он угостит вас и ваших друзей спелыми арбузами. Да, конечно. Я приобрела 3 арбуза в разных местах. В магазине, на развале и на агроферме. И приехала с ними в городскую ветеринарную лабораторию для того, чтобы проверить их качество. Арасяк Зуровна, здравствуйте. Скажите, а где лучше всего покупать арбузы? Арбузы нужно покупать в специальных местах, в магазинах, либо на рынках. Нужно спросить обязательно у продавца, есть ли у него сертификат качества на продаваемую партию. И вот точки, где продаются арбузы, должны быть расположены не менее 5 метров от автомобильной дороги, должны иметь навес. И арбузы не должны валяться на полу, или на асфальте. Они должны находиться в специальных лотках высотой не менее 20 сантиметров от асфальта. От земли. Скажите, имеют ли право продавцы разрезать арбузы? В настоящее время продажа разрезанных арбузов запрещена, потому что вместе с порезом можно занести бактерии. А вот мякоть арбуза является очень благоприятной средой для размножения этих бактерий. Ну хорошо, раз мы находимся все-таки в лаборатории, я так понимаю, что мы можем провести исследование на содержание нитратов в наших арбузах. Разрезав дома арбуз, посмотрите на его мякоть. Если она пронизана желтыми или светло-желтыми волокнами или имеет фиолетовый оттенок, его лучше не есть. Возможен повышенный уровень нитратов. Еще один признак непригодности арбуза – гладкий глянцевый на вид срез. У качественного арбуза видны сахарные крупинки. Допустимый уровень нитратов в арбузах составляет 60 мг на килограмм. В наших 3 образцах доза не превысила 30 мг на килограмм. Самый лучший результат показал арбуз с агрофермы. Доза нитратов в нем минимальна. По результатам проведенных исследований все 3 образца соответствуют требованиям санитарных правил и норм. То есть все арбузы, в общем-то, ну, скажем так, плюс-минус, можно спокойно уже покупать? Да, да. Угу. А как правильно арбузы хранить? Вообще сколько их можно хранить? Правильно? Арбузы можно хранить 2 недели в прохладном месте. Но если арбуз разрезан, то его можно хранить 3-4 дня в холодильнике. Большое спасибо. До свидания. Не зря арбуз считается одним из любимых лакомств детей и взрослых. Он отлично утоляет жажду, насыщает организм витаминами и антиоксидантами, а еще является прекрасным украшением праздника. Такое украшение способно преобразить даже привычные продукты. Фигурная резьба по овощам и фруктам – настоящее искусство. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите для начала вообще, что такое карвинг? Карвинг переводится с английского как резьба. Есть карвинг по мылу, есть по шоколаду, есть по льду. Сегодня мы будем заниматься карвингом по овощам. С чего начнем? Ну, давайте начнем с того, как правильно держать ножичек. Давайте. Как? Ножик мы держим так, как мы пишем ручкой. Угу. Только средний пальчик мы кладем вдоль лезвия параллельно. Так. А безымянный и мизинец – это у нас наша точка опоры. То есть мы не подгибаем, а упираемся в продукт, который мы будем резать. Хорошо. И принцип, техника резьбы идет у нас от себя, так, как мы пишем ручкой. Не так, как мы привыкли. Чистить картошку. Не сюда, а вот туда. Да. Вадим, скажите, а все ли арбузы подходят для карвинга? Ну, не годятся битые, потому что они будут давать сок, и уже некрасиво будет. И замороженные. Чем более спелый арбуз, тем более труднее его будет резать, потому что он будет хрустеть, лопаться. Угу. Ну все, готово. Выглядит прекрасно. Большое вам спасибо, что позволили мне почувствовать себя волшебницей и превратить арбуз в розу. Пожалуйста. Первый
Первое путешествие из Астрахани в Москву арбузы совершили в 1560 году по велению царя Алексея Михайловича. А его сын Петр I не единожды давал пушечный салют в честь ягоды-гиганта, которая сразу же заняла достойное место в царском меню. А для того, чтобы на вашем столе был всегда вкусный и, главное, здоровый арбуз, следуйте моим советам. С вами была программа «Формула качества». Я Алина Шувалова. Пока, до встречи.